И перед нами полет. Полет. Перелет. И он не работает. Скоро 2 года будет. Сегодня 12 ноября 2021 года. Показываю всем, что он не работает. А слово совсем. Это новый байдаевский у нас. А это я кашляю. Но у меня ковида нет. Модная болезнь нынче. Моднее сифилиса. Моднее рака. Там даже свету нету. Сегодня выходной. Суббота же сегодня. Выгуливаюсь маленько, хожу по району. Тут вообще все запечатано. Даже не подойти, не посмотреть. Все закрыто. Все ушли на фронт. Полет в пролете. И летит, как фанера над Парижем. В общем, как-то так. Заходил в 3 магазина. Всех 3 магазинах мне продали продукты без всяких QR-кодов и намордник. Не одевал. Пока так. Завтра может быть совсем по-другому. Поживем, увидим. Ну, как-то так, ребят. Иду домой. Что остается? Фух. Я разогнался. У меня тормоз во мне, он меня сразу останавливает. Только при наличии QR-кодов. Внимание, с 15.11. Вот кто это придумал все? Где печать? Где подпись? Пакет не надо. Вот эту найти. Опять тишина. Ждем 15 числа взрыв. А трубной хлеб есть? Есть, да? Кто такую глупость сказал? Кто вам такую глупость сказал, чтобы я одевал что-то себе на лицо? Обслуживание только в масках. Не может такого быть. Нет такого закона. Отрубного мне булочку. Нет, не могу я одевать ее. Отрубного мне булочку. Сейчас вообще в магазине. Сейчас вообще систему другую ведут. А вам трудно одеть маску? Мне не трудно ее одеть, я ее не одену. Сегодня намордник, завтра в концлаге. Нет. Кто вам такой приказ дал, указ? Нам руководство. Руководство вам дало, но не мне. Но мы вас же просим, почему мы
А я вам отказываю. Я вам отказываю. Штрафы незаконны. Подавайте в суд. Ёкалы мана. Фарш 390. 400. Рагу свиную 283. Фарш классический 310. Рулька 250. Ребро свиное 334. Шейка свиная 470. Окорок свиной 357 рублей. Колбаса шашлычная 354. Лопатка говядина 470. Какое-то заветренное все. Карачок куриный 220. Голень 225. Крыло куриное 220. Бедро куриное 215. Филе куриное 335. Нормально. Тасу. Тамбала 133. Перку 228. Скумбрия 208. Набор для ухи форель 11. Филе минтай 309. Кальмар 208. Славянский и сочный. Упиралась, но продала хлебобулочку. Запугали людей напрочь. В Восток не пойду, мне некогда сегодня выгуливаться. В Белорусский зайду еще, молочка возьму. Здрасте. Я молочка возьму. За наличку же, да, оно? Да. До свидания. Вот у меня. Колбаски, сыра, надо что-то? Не-не-не-не. Кулинешки творилочки, не тоже нет? Нет. Очень жаль. Карточку вашу. Сейчас я денежку дам. Сколько? 197. 197. Наличные, да? Да. 100. 200. Что, ряженку в простоквашу не берете, не любите? Это же вкусно. А оно в охотку. Да, тогда как? 3 рубля. Как нападет? Как пойдет. Но. Подорожали сливки, да? Ну, наверное. Но вы взяли самый большой процент, 33. Но он вроде будет 170 рублей. Подорожали. А сейчас 190. Подорожали. Когда пенсия подорожает? Да, и зарплата тоже. И зарплата тоже, да. Никогда, наверное. Никогда. Так нам и надо. Так нам и надо. Скоро будут зубы на полке. Пельмени 800 грамм 225 рублей, манты фирменные 283, котлеты 339, картофель какой-то. Ну, в общем, вот такие вот цены в белорусском магазине. Масло сливочное 683 рубля. И то, наверное, нет, килограмм. Кетчуп.
апельсины. В двух магазинах отпустили без всякой бяки. Мы еще давай в один зайдем. Ну куда ни проходи. Здорово! Здорово! Опять, да? 15 не будет? Нет. И так перебирал, перебирал. Все. Пошел я молчком, никаких даже сдвигов, даже не смотрит в мою сторону. Ну и ладно, попру. Че такой любопытный? Смотрю, камер. Че, нормально? А? Ты же потом зашел. Когда потом? Я же с ним кусался. А что, маску одевайте. Я говорю, сука, два человека прошло без маски. Понимаешь, я позвонил директору, я говорю, сука, должен маску одевать. Но это решение каждого. Все правильно. Решение каждого. Хочу, одеваю, хочу.